Яндекс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут 7 надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». Меня зовут Анна Смирнова. И сегодняшний наш гость – актер, режиссер театра и кино, драматург Иван Вырыпаев. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Напомню также, телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы можете звонить, задавать вопросы нашему гостю, если они возникнут. Также писать нам в WhatsApp 2-30-6191, это номер WhatsApp. Вы, Иван, в период ограничений, которые были вызваны распространением коронавируса, запустили такую театральную онлайн-площадку. Довольны результатами проекта? Не совсем так. Око-театр. Да, Око-театр мы запустили в июле 2019 года. Mm. Вернее, мы собрались в 2019 году. Первый наш продукт Око-театр — это такое продюсерское бюро на платформе Око. Это большой онлайн-кинотеатр в России, стриминговая система. Самая большая, одна из самых больших в России. И там у нас есть раздел Око-театр, который и делает спектакли на сцене. Это спектакли офлайн, так называемые, ну, обычный спектакль. Продюсирует с разными театрами или как-то. И снимает так называемые фильмы-спектакли. Также занимается общеобразовательными программами и разными другими в онлайн. Так что мы это запустили еще до того, как случился этот коронавирус. А когда случилось вот это вот ограничение, как вы их называете, то, естественно, ну, мы не смогли работать проекты, поскольку у нас часть нашей работы и так связана с онлайном, то мы просто продолжали и увеличили объем работы, выпустили уже два, сейчас вот закончили съемки третьего нашего продукта, сделали концерты, ну, в общем, у нас большая очень активная деятельность, и вот период этого коронавируса работы было очень много. Ну, в кризис стала особенно популярна, наверное, все-таки эта площадка. В кризис я имею в виду как раз и ограничения, эти самые, ну, конечно, самоизоляции. Конечно, стриминговые компании, конечно, выросли, понятно, что люди сидели дома и смотрели. Но можно ли сказать сейчас, что теперь, вот в этих условиях, когда довольно много появилось площадок в интернете, которые транслируют, опять же, спектакли, у вас спектакли не транслируются, они непосредственно снимаются для этой площадки. А можно ли сказать, что театр уже перестает быть таким элитарным видом искусства? Может быть, хотя вы с этим не согласитесь, что театр был элитарным. А, ну вот за счет этих таких виртуальных площадок все больше он стучится в дверь каждого. Можно ли говорить так? Нет, нет. Театр нельзя снять. Спектакль, который идет на сцене, нельзя снять на видео. Ну, то есть физически можно. Угу. И это и происходит, но это нельзя смотреть. Все спектакли, которые показывают, 99%, их смотреть нельзя. Ну, в смысле, их можно посмотреть из любопытства. Но это не является самостоятельным продуктом. То есть вы не будете просто получать от этого наслаждение, как если бы вы пошли в театр или если бы вы посмотрели фильм. Единственным, и более того, все вот эти спектакли, которые сейчас хлынули в России, просто завалилось вот это все в Польше, я живу там, они только отбивают любовь человека к театру, потому что вы видите только ужасное. Вы приближаетесь к актеру, который играет на сцене в этот момент. И вы видите, как он ужасно играет, его грим, там, все такое. То есть это отпугивает людей. Я сам никогда в жизни бы не стал такое смотреть, и никому не советую. Поэтому мне кажется, что единственное, это когда ты делаешь фильм-спектакль, то, чем мы занимаемся, это ты специально снимаешь фильм для спектакля как фильм. То есть ты специально снимаешь его для этого, ты делаешь продукт этот. Вот в этом случае это, только в этом случае это смотрибельно, а так это... А в чем этот феномен, на ваш взгляд, что в зрительном зале зритель не видит этого ужаса, который вы сейчас описали, а если мы говорим о каких-то виртуальных площадках, то тогда все это замечается и уже не вызывает такого отклика? Нет, этот ужас и в зрительном зале присутствует, просто на камеру он увеличивается. Нет, смотрите, там очень простая вещь.
спектакль и любое произведение, оно имеет контакт с чем-то. На сцене спектакль устроен так, что он выстроен для контакта вот с теми людьми, которые сейчас сидят в зале. Вот сейчас этот актер, он играет для этих людей, которые вот сейчас сидят в зале. Когда мы снимаем это на камеры, мы потом это смотрим. И мы всего контекста, вот этой атмосферы, мы не считываем. Более того, актеры же звук плохой, ну, потому что мы же все равно не можем приблизиться. То есть мы не видим, монтажер не знает, на кого нам ему перевести кадр. Ведь там все важно в спектакле. И это же общий план. Театр — это весь такой, знаете, операторы, они шутят. Это такой 2 часа на общем плане. Кинооператоры говорят, я не люблю театр, это 2 часа на общем плане. Этот же общий план, это вся картинка работает. Работает весь контекст, цвет, звук, все. А здесь вы вырываете, и у вас получается нечто абсурдное. И плюс энергии, у вас же нет энергии, у вас же этот актер, он не связывается с вами, как со зрителем, он связывается с тем зрителем, который в зале сейчас сидит. То есть это сиюминутность. Поэтому атмосферы здесь сейчас, вот именно она важна. Ее нельзя передать, угу. Более того, она искажается. Ну, я думаю, что единственное, вот по какой причине можно посмотреть там спектакль какой-нибудь, это просто из любопытства. Вот, ну, у меня нет возможности, да, вот вы, допустим, живете в Риге, да, у вас там не у всех есть возможность поехать в Лондон там каждый день или в Штаты, да, и посмотреть там, или в Москву, и посмотреть какой-нибудь выдающийся спектакль выдающегося режиссера. Ну, нет такой возможности там, да. И вот вы можете из любопытства, а вы любите театр, вот из любопытства вы можете посмотреть на видео, просто понять, как он устроен, да, как мыслит этот режиссер или студентам, вот когда мы показываем, ну, как познавательную часть. Но это никогда не будет прямое восприятие произведения искусства, вот прямое, что вы с этим прямо соединяетесь. А у нас, тем более ОКО, это стриминговая компания, это как Netflix. Я хотел бы, чтобы спектакль, который мы делаем, люди в пятницу вечером, они смотрят им «Чернобыль» посмотреть, сериал, или этот спектакль. Ваш спектакль не потому, что критик написал, а потому что это просто для них удовольствие вечером посмотреть ваш спектакль. У нас есть звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Да, здравствуйте. Вот по поводу телеспектаклей, и фильм, и телеканал, который транслирует спектакли, вот интересно, что есть же телеканал «Театр», если не ошибаюсь, который доступен в том числе и в Риге, в кабельных сетях, и там показывают спектакли. Вот как вы относитесь к этому конкретному телеканалу? Я понял, что сама идея трансляции в видеоформате спектакля вам не нравится, но существование такого телеканала, как вы оцениваете, это первый вопрос. И второй вопрос – какие удачные фильмы, спектакли вы могли бы назвать? Что лично вам понравилось? Спасибо. Да, спасибо. Я не знаю, про что вы говорите. Вы имеете в виду телеканал Россию? Театр. Я просто не знаю такого телеканала «Театр». Ну, возможно, он транслируется не только в России. Я живу в Польше. У нас есть театр телевизии, называется «Театр телевизии». А в России я не знаю такого телеканала «Театр». Ну, есть, например, МЭЦА. Там транслируются оперы. Это известный телеканал, наверное. Есть абсолютно... Конечно, это вообще очень большой разговор, не знаю, с чего начать, потому что оперы и мюзиклы – это тоже еще отдельное. Конечно, другой жанр, да. Это совсем другой жанр. Тут нужно тоже оговориться, потому что мы сейчас говорили до этого про драматический театр. Вот отвечу вам, что я видел хорошего. Когда-то в советское время были вот спектакли там Петра Наумовича Фоменко и Фроса. То есть у нас вот в России была такая культура вот этих спектаклей, и я их вся страна смотрела за неимением просто другого было телевидение. Я их тоже смотрел и в детстве, и в юношестве. И мне они казались очень интересными. Значит, чем отличается формат фильма? Просто чтобы вы поняли, что я имею в виду, формат фильма-спектакля от фильма. В фильме-спектакле это все снято должно быть как фильм, то есть это раскадровано и снято на хорошую камеру, с хорошим светом, с операторской работой и так далее. Но там не может быть натуры, то есть там не могут быть настоящих деревьев, настоящего неба. Это все искусственное, потому что это театр. И способ говорить там тоже не должны говорить в кино от себя просто, а они должны подавать текст чуть-чуть, то есть играть. Это очень сложно. Идеального такого почти что нигде нет. Я могу сказать, что мы одни из первых, кто пытаемся это по-настоящему поставить на,
мне это стало интересно, и я решил это сделать. Я думаю, что мы одни из первых, кто хочет довести это прям до классического такого ума, что ли, сделать из этого прям по-настоящему продукт. Вы можете посмотреть наш первый, но вы не можете, к сожалению, потому что вот в Риге не идет наш ОКО, там у нас есть наш первый продукт, спектакль. Сейчас мы сделали второй, в плане у нас «Вишневый сад», я хочу сделать, Чехова. Есть аналоги этому, конечно, в Польше, в Англии бывает. Ну, то есть бывает фильм-спектакль. Даже у Сарантино есть спектакль по Эдуарду де Филиппо. Вот. Ваш спектакль «Интертеймент» был один из первых на площадке, по крайней мере, вот за последнее время, который вы организовали. И там речь как раз идет о мужчине и женщине, которые потерялись во времени, там жизнь в реальности и жизнь на сцене театра. Но если как-то попытаться, может быть, если это возможно, перейти на какой-то такой уровень абстракции и попытаться экстраполировать то, что происходило там, на нашу жизнь сейчас, на нашу реальность, ведь люди ведь тоже сейчас, находясь в этих чрезвычайных условиях, самоизоляции и вообще такой беспрецедентной истории, они тоже теряют связь с реальностью. Как думаете, можно ли найти здесь какие-то параллели? Смотря что вы называете реальностью. Сложный вопрос, действительно. Но мне кажется, что, наверное, реальность – это то, что мы видим, то, что мы чувствуем сейчас. Но, возможно, если выйти за пределы этого куба, лично своего куба, в котором мы находимся и живем, все может быть иначе. Ну, вы употребляли какие-нибудь сильные трансдействующие вещества, грибы, ЛСД? Не употребляла. Вам трудно судить о реальности, потому что то, что вы видите глазами, это ведь не окончательная реальность. Ну вот если сейчас змея будет сидеть с вами или собака, она же не так видит. Вы видите все через... Вы видите, как происходит ваше наблюдение. Мозг наш, который находится здесь, у которого нет глаз, нет ничего, он просто собирает разные эффекты, и сенсорные, и видеоэффекты, вот, через глаза, через запахи, через ощущения. Дальше он трансформирует, складывает некоторую картинку, выставляет, сохраняет жизнь этого тела, а наблюдает сознание, которое находится за пределами этого мозга. Поэтому говорить о реальности очень сложно. Ну, в смысле, реальность, она одна, она действительно есть, она реальная, а все остальное... Ну, насколько мне кажется, человечество, в общем-то, не находится в состоянии реальности. Мне кажется, 99% людей на земном шаре не пребывают, не видят настоящую реальность, а находятся во сне. Вам приходилось чувствовать этот контраст между реальностью и нереальностью? С помощью психотропных веществ или как-то иначе вам это удавалось? И так. И с помощью психотропных веществ, и с помощью медитации, йоги. По-разному. И какие это ощущения? Это опустошение или это, наоборот, что-то такое, что созидает, наполняет, может быть, после? Это, безусловно, только созидает и наполняет. Реальность, она это не такая вещь, которая приобретается, которая находится где-то. То есть это не то, что ты куда-то идешь. Она есть в начале. То есть мы сбились с нее, ум запутывается, и это просто ясность. Это такая, ну, как сказать, мега-трезвость. Такая мега-мега-трезвость. И это просто пребывание в собственном такой природе своего собственного ума. То есть это пребывание в таком настоящем моменте, когда человек все видит, ясно понимает. Происходит такое ясное понимание. Это ясность. Вот, наверное, как можно. Ну, это такая матрица, получается. И эти две таблетки, значит, люди, возможно, не хотят принимать ту таблетку, которая отвечает как раз за реальный мир. Ну, такой таблетки, я когда говорю про психотропные вещества, я вовсе не имею в виду, что сами эти вещества... Нет, в «Матрице» есть такая аллегория с этими таблетками. Мы знаем ее, она известна. Мы не знаем о существовании этой реальности. То есть мы забыли о ней. Поэтому мы и стремления у нас к этому нет. Но в некоторых организмах живых, людских, вдруг просыпается такая возможность и желание... узнать что-то настоящее. И тяга к этому настоящему, она вот движет человеком, и он начинает искать это настоящее. И если он действительно одержим этим поиском, и ему правда хочется это найти, то, наверное, эта встреча, она происходит. Еще у нас есть звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Да, я хотел пояснить, что да, тот телеканал, о котором я говорил, я уже звонил, он транслируется в России, но вот еще мысль, которая у меня возникла по ходу того, как я слушаю ваше интервью, вот «Корабль плывет» в Феллини, не знаю, смотрели ли вы этот фильм или нет, вот там, на ваш взгляд, его можно назвать фильмом, спектаклем, учитывая, что там есть элементы, когда море не настоящее, но потом оно интегрируется в какие-то настоящие натуры. Вот как вы оцениваете этот фильм, если видели, и как вы оцениваете такие формы, где сочетаются элементы фильма-спектакля с настоящей натурой? Да, спасибо вам за вопрос. Да, спасибо за вопрос. Еще давайте к этому сразу добавлю лучший, наверное, пример. Лучше, если вот часто спрашивают про Догвилль, да? Фильм Догвилль. Да. Ларса фон Триера. И фильм Догвилль, и фильм Феллини – это фильмы. Я видел, конечно, много раз и то, и другое. И это, конечно, не спектакль, это фильм. Ну, он и подан как фильм. То есть в этом и смысл, что в спектакле самое главное – это пьеса. То есть драматический спектакль – это исполнение литературного текста. Театр – это литература драматический. То есть там на первом плане литература. А в фильме там на первом плане как бы действительность некая. То есть вот одна из реальностей, о которых мы тут обсуждаем, да. Один из проявлений видов, кусочек реальности какой-то, который создается художником. И вот, например, Феллини, конечно, это важно, что это кинематографист. То есть это его условность, условное море, там еще что-то, оно как раз именно и делает интересным этот фильм. Так же, как вот у Ларса фон Триера, именно в этом и интересность этого фильма, что это фильм, в котором вот такая условность театральная существует. То есть это такой театральная условность в кино. А фильм-спектакль, там ты следишь за литературой, за пьесой. Ты должен, тебе автор, ну в театре ведь главный автор, и ты следишь за литературным движением. То есть там монтируется текст. Нельзя сделать фильм-спектакль световой, такой сильный, потому что ты не можешь на камеру снять режиссерские всякие приемы там световые и так далее. То есть ты должен снимать действие, а действие – это текст. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и потом вернемся и продолжим. Иван Вырыпаев с нами на прямой связи по скайпу. Микс Ньюс. Продолжаем. Программа «Абонент доступен». Драматург Иван Вырыпаев с нами на прямой связи. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Напомню еще раз телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете нам звонить и пишите нам в WhatsApp. Оставляйте там свои сообщения. Номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. О музыке в фильмах и ваших постановках по вашим пьесам хочу вас спросить, какое значение она для вас имеет, потому что как раз вот наш радиослушатель упомянул Феллини, и буквально недавно в этой студии мы разговаривали с композитором Владимиром Мартыновым, вспоминали с ним фильм «Феллини 8,5» и музыку к этому фильму «Нина Ротта» в финале, когда все берутся за руки. И много есть таких дуэтов. Сам Мартынов писал для фильмов Паоло Соррентино музыку «Великая красота» и «Лора», как мы знаем. А какое значение, на ваш взгляд, музыка имеет для кинопроизведения или спектакля, может быть? Ну, огромное значение. Оно, конечно, весь образ окрашивает. И под воздействием музыки мы воспринимаем действие иначе, чем, например, без музыки. Музыка, значение музыки трудно переоценить, особенно в видео, ну, в кино и на видеокартинке. Вот. Поэтому действительно сегодня, к тому же, возможности музыки очень большие. Сегодня ведь музыку пишут все, так же, как фильмы сегодня снимают все. Ну, то есть музыку кому не напишу, своим там каким-то студентам, что делаете? Музыку пишу. У меня дома там компьютер, я могу писать. Все пишут музыку сейчас. Взял компьютер и написал себе музыку. Вот. Поэтому, ну и мне повезло, вот я тоже посчастливилась встречаться с большими композиторами, вот. Я делал спектакль с Антоном Батаговым, такой вот наш пианист и композитор, с Андреем Самсоновым, вот, с Борисом Гребенщиковым. Ну, то есть мне посчастливилось наблюдать, быть прикасаться с большим композитором. Ну и Владимир Иванович Мартынов, которого вспоминаете, мы вместе никогда ничего не делали, но мы хорошо очень знакомы, и я большим-большим уважением отношусь к нему, как к композитору и, прежде всего, как к философу.
он ведь философ. Но если говорить о том, что фильм без музыки, можно ли считать это высшим пилотажем? Ну, сейчас реальности, которую мы шутку с вами так немножко затронули. Вопрос реальности восприятия. То есть, когда я смотрю спектакль, и вдруг внезапно, необъяснимо откуда-то возникает музыка, я, конечно, как и все зрители, понимаю, что эту музыку включил сейчас звукорежиссер. В принципе, большой режиссер, он объясняет появление музыки. Ну, то есть, он для него это осмысленный момент. Ну, то есть, когда мы молодые, режиссеры еще там неопытные, мы ее везде вставляем, где ни попадя. Ну, просто чтобы усилить эффект эмоциональный. Но все-таки, чем больше он становится художник, а если еще и к тому же это мастер, у него нет случайных элементов. Поэтому вы меня слышите? Да, хорошо? Мы слышим вас. Немного пропадала связь, но вы вернулись в нашу реальность. Да, ну вот, эфирную. Да, когда мастер пишет, делает что-то, у него все элементы осмыслены, поэтому и музыкой занимает свое значение. Ее не должно быть ни больше, ни меньше, ровно столько, сколько нужно. Можно делать спектакли и без музыки. Говоря о смысленности и оправданности, может быть, вот нецензурная лексика в ваших пьесах, насколько она оправдана всегда ли и осмысленна, насколько она необходима вам? У меня не во всех пьесах есть нецензурная лексика. В некоторых есть, да. Ну, сейчас в России запрещена нецензурная лексика в публичном исполнении на сцене законом. Угу. Поэтому мне пришлось ее убрать, перестать, если я пишу для Российского театра. И вот, тут, знаете, это вопрос очень такой тоже сложный. Я не сторонник вообще нецензурной лексики. Я ее не употребляю в жизни. Ну, я могу иногда, очень красиво. Главное вот уметь красиво это выругаться, как называется. Ну, так бывают люди, которые, я тоже знал очень великих людей, прям больших великих людей, которые умели классно сказать нецензурное выражение старшего поколения людей. Наши учителя. Вот. Но засорять свою речь нецензурной лексикой в жизни я бы хотел. Это просто мусор какой-то. Вот. Но в пьесах бывает, ну, характеристика героя очень важна вот тем, что он говорит эти слова. Она делает его объемнее и правдоподобнее. И, например, еще вторая вещь, которую я использовал, это то, что вот такой был философ искусства Михаил Бахтин, он говорил о том, что есть такое понятие «карнавальное снижение». Но действительно, когда ты говоришь о чем-то очень большом таком, о Боге, там, о каком-то еще вещах, то хочется какое-то заземление этому процессу придать. И вот нецензурная лексика, она как бы снижает уровень такого снижения, делать карнавального. Пафосности и какой-то чрезмерной. Пафосности, да. Она как-то обнижает, ну, и в то же время сразу же создает какую-то, ну, пронзительность в этом. Вот. Но главное, чтобы она не мешала и не оскорбляла слух. У меня в пьесах, я надеюсь, герои не ругаются, они так, как-то это так просто говорят иногда. Вот. Но сейчас уже нет у меня таких новых пьес, новых пьесах уже я не использую. Если о большом, о космосе поговорить, летом этого года, как было проанонсировано, по крайней мере, состоится премьера вашего фильма, еще одного фильма-спектакля, в которой будет идти речь о контактах с инопланетянами. Это будет история реальных людей о том, как они, возможно, встречались с инопланетянами? Ну да, это моя пьеса, называется она «UFO», она не новая, ей уже лет 8. Но фильм-спектакль будет поставлен? Фильм-спектакль мы уже сняли, я его снял. Вот сейчас и монтирую. Вот вы меня сейчас звоните, я отвлекся от монтажа. Оторвали вот вас. Находился от, да, в этот процесс. Момент в монтаже. Премьера будет, кстати говоря, не летом, а осенью. Она будет в начале сентября. Вот. И в начале будет спектакль на сцене с актерами, с этими же полностью, с этой же декорацией. И потом на следующий день это же все, что люди увидят на сцене, уже выйдет на в кинотеатре. Начать может в кинотеатре, потом на стриминговой платформе и так далее. Это фильм-спектакль, но он как фильм сделан тоже. Вот. И
Я придумал. Вначале там была такая интрига в этой пьесе. Она много шла где. И я не помню, она, кажется, в Латвии тоже шла. Но она по всем таким европейским странам тоже прошла. И поэтому уже не было смысла играть в эту такую постмодернистскую игру. Там была такая игра, что как будто бы это настоящие люди. А потом в конце выяснялось, что я их... Да, Иван, на секунду вы пропали куда-то, но мы надеемся, что вы, вы вернулись к нам. А с какого места я пропал? Ну вот... Вы сказали, что вначале была интрига, да, и... Да, там была такая интрига, что всех, ну, вначале, что как будто это настоящие люди, ну, которые общались с инопланетянами, а потом оказывалось, что я их всех придумал. Там это сюжет в пьесе вписано. Но сейчас, поскольку пьеса шла во всех, ну, очень много она шла, там, не знаю сколько там, 150 постановок и в России, и по Европе, то... Особенно вот сейчас, когда был коронавирус, так вообще все, она удобная для этого, все стали ее онлайн делать. Сейчас в интернет вы наберете Уфа Вырыпаев, то там будет куча этого Уфа. Но и нет смысла эту интригу. Да, я придумал всех этих персонажей, конечно, и вот это выдуманные персонажи. Почему эта тема вас так коснулась? И не первый раз. Да. Потому что я вот вообще часто обращаюсь к теме инопланетян. У меня в нескольких пьесах есть инопланетяне. И в фильме в одном есть инопланетяне. И я и дальше собираюсь с ними. Мне нравится эта связь с космосом. Вообще с новым, еще одним видом сознания, который существует в космосе и с нами каким-то образом вступает в контакт и обучает, возможно, людей чему-то более важному, чем мы можем научиться. Я уверен, что мы не единственная форма, ну, в смысле, мы, не, во-первых, не высшая, во-вторых, мы думаю, что Земля не единственная живая планета в этой Вселенной. Буквально вчера у нас в студии, в программе в этой, был астроном Владимир Сурдин, который сказал, что признаков внеземной цивилизации ученым, по крайней мере, за время его практики, попытки поймать какие-то радиосигналы из космоса, наблюдать не приходилось. Вот именно таких очевидных знаков, но это известно. Вот вы, изучая эту тему, погрузившись в нее как драматург, что поняли для себя? То есть вы верите непосредственно в то, что есть внеземная цивилизация и есть те, кто пытаются с нами связаться? Ну, мы, опять же, возвращаясь к нашему разговору о реальности, да. Дело в том, что то, что видит наш глаз сейчас, да, на минуту, это не все, что происходит в эту минуту перед нашим глазом. То есть мир, вот это вот все, что мы называем Вселенной, он настолько многоуровневый и настолько многообразный, там столько живых существ, они не находятся в других галактиках, поэтому ученым нет смысла смотреть в телескоп. Вы не можете увидеть это в телескопе, потому что это не вопрос расстояния. Это происходит у вас под носом, прямо сейчас, здесь. И здесь прямо сейчас находится огромное количество живых существ, которых просто мы просто их не замечаем обычным глазом. Мы их не видим, но они описаны в религиозных практиках, там духи разные, еще там что-то. И сознание очень... Космос — это сознание, оно очень многогранно. Оно расцветает различными гранями. Поэтому говорить о том, что... Ну, делать такой расчет на то, что мы видим глазом, и есть окончательная реальность, это очень недальнозорко и, в общем, может, даже и небезопасно, потому что иначе тогда нужно жить с такой вот иллюзией. И эта иллюзия приводит к тому, к чему она и привела, то есть к экологической катастрофе, к насилию там, и ко всему, потому что незнание реальности, оно, конечно, порождает вот это неведение, в результате которого человек истребляет свою планету, потому что планету ведь только человек истребляет, больше ее никто не истребляет. Ну, космос всеми по-разному воспринимается. Кто-то воспринимает его как что-то такое действительно бесконечно прекрасное, что-то зовущее, а кто-то как раз как что-то враждебное и чуждое. Вот для вас что эта система? Это жизнь, это живая жизнь, которая состоит... Мне удобно слово «Бог», мне подходит «Бог». Ну, я человек, который живет в
ну, я живу в такой, как сказать, мировоззрении с Богом. То есть я считаю, что вот важен Бог, и Бог — это такое, ну, это жизнь, которая вот, она многогранная, не, умом человеческим непознаваема. Она настолько, настолько огромна, что ни один живой, отдельно маленький взятый живой организм не в состоянии ее познать. И все, что он может сделать, это жить и следовать своему предназначению, своей функции, выполнять четко, быть на своем месте, следовать закону этого, этой жизни. Конечно, для меня это, безусловно, блаженство, ну, некая осознанность этого, игра в этом есть. Должна быть и радость, безусловно. Но говоря о космосе, как-то невольно сразу всплывает и тема одиночества. И она, кстати, вот отражена во многих и фильмах о космосе. Даже если мы возьмем вот один из последних, это фильм с Брэдом Питтом «К звездам». Можно вспомнить мультфильмы. Например, Константин Брандзит снял мультфильм известный «Мы не можем жить без космоса». И там тоже эта тема одиночества, но она довольно четко прописана, и можно прочитать. Потому что это мультфильм для взрослых, скажем так. Вот тема одиночества, насколько вам близка, насколько вы ее изучаете? Ну, это не та тема, о которой я пишу. Конечно, в литературе она, это важная тема, безусловно. Одиноким себя ощущает тот человек, который то живое существо, которое чувствует себя отдельным. Одиночество, ведь оно в отдельности, от отдельности. То есть если я отделен от всего, я одинок, естественно, мне хочется контакта. То есть это недостаток контакта, ну, с окружающим миром, с собой и так далее. Вот, поэтому, когда мы говорим об одиночестве, мы, наверное, должны будем говорить о людях, у которых просто закрыт этот канал доступа к, вот, к миру, внутри которого он находится. В этом мире вообще можно быть очень неодиноким. Для этого не нужно даже выходить из комнаты, чтобы быть неодиноким. Потому что весь этот мир, он прямо сейчас существует в нас, прямо в нас. Можно с ним связаться и почувствовать себя очень даже полным, ну, эту полноту испытать. Вопрос, чувствуем ли мы эту полноту, и где мы ищем вот это вот, ну, как бы, где мы хотим удовлетворить жажду своего одиночества. Если мы хотим ее удовлетворить во внешнем мире только, то мы, конечно, будем долго, ну, обречены на то, чтобы искать подходящую компанию, состав людей, ситуацию и так далее. И на это уходит очень много времени. И это же у нас тоже связано с большими разочарованиями. Но если мы понимаем, что полнота всего находится прямо сейчас здесь и внутри нас, и здесь, и, то, в принципе, жизнь уже не является такой одинокой. То есть это вопрос, как бы этим надо просто заняться. Вот. Ну, с одной стороны, кажется, что, возможно, человек может быть бесконечно одинок, но, с другой стороны, все как будто объединены одиночеством, если посмотреть так в размерах космоса. Ну, я не знаю, как все. Я знаю, что это проблема, безусловно, у людей это проблема. У меня нет такой проблемы, и у моей жены тоже такой проблемы нет. И надеюсь, что у моей дочки не будет. По крайней мере, мы стараемся, чтобы это сделать. То есть я не одинок, могу про себя сказать. Не испытываю чувство одиночества. Может быть, я испытываю чувство неудовлетворения по полноте, которое возможно. Может быть, есть некое чувство тоски, безусловно. Такой очень... Она красивая, эта тоска. Она, конечно, бывает больная, связана с какой-то болью. Но это и боль, и тоска, и эта тоска, это все связано с таким красивым вещами. Она, в общем-то, наполняет душу. Но она есть. Тоска по нереализованности какой-то, по... страдание от того, что ты такой как бы глупый и не видишь всего, что может быть на самом деле. Не можешь воспользоваться всей полнотой, всей красотой, которая вот прямо сейчас есть, и ты можешь к ней вроде бы прикоснуться, но не до конца. И вот здесь возникает эта тоска, действительно. Но одиночество я не испытываю много лет. Природа, насколько вас в этом смысле вдохновляет, может ли насытить вашу жажду в если так посмотреть? Вот я знаю, что детство и юность вы провели в Сибири, где как раз такие очень, ну, запоминающиеся ландшафты. Ну, природа, природа, мы часть природы. Мне кажется, что это безусловный факт. Ничего такого я нового не говорю, это банально. Мы просто природа и есть. А то, что мы отделяемся от этой природы, строя свои города и развивая свои цивилизации, которые идут против природы,
Ну, я не верю в кару Божию. Я не из тех людей, которые считают, что существует какая-нибудь кара Божья. Я не думаю, что коронавирус является наказанием. Но я уверен, что такие вещи, как вирусы и так далее, природа, безусловно, реагирует на то, что живые существа, люди, так жестко отделяются от природы. Очень жестко. Потому что... как деревья, растения... Иван, вы снова исчезли после слов об отделении. Вы как раз пропали. Все. Это сейчас мы попробуем перезвонить. Иван, слышите ли вы нас? Все пропало у нас, картинка исчезла и пропал звук, но сейчас мы попробуем перезвонить нашему гостю. Я пока также напомню, что и вы можете нам звонить по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии. Также у нас есть WhatsApp 2-30-6191. Пока Иван Вырыпаев не выходит с нами на прямую связь, но будем надеяться, что скоро он появится в нашем эфире. Да, вы снова с нами. Да. Я не знаю, на каком месте. На моменте отделения, когда человек хочет отделиться от природы, вы рассказывали об этом, и как раз все прервалось. Отделился от вас. Да. Ну, я просто сказал, что я думаю, что все люди, живые существа, растения, грибы, животные, все мы люди, мы все равны, одинаковые жители этой вселенной, этой планеты. Но человек в силу неправильного использования своего интеллекта отделился от этого, отделяется. И за что он страдает? Потому что отделение от природы, оно производит, как бы, оно просто дает эффект определенный. Наш организм не может жить без природы, он теряет свой биоритм. Ну вот вы были актером, как раз я упомянула Сибирь, вы были актером театра в Магадане, по крайней мере, как сообщает ваша биография, и на Камчатке также вы играли в театре. Выпустил вот недавно Юрий Дудь, если вы знаете такого блогера российского, ряд фильмов, как раз посвященных, вот недавно вышел фильм о Камчатке, и о Магадане также был у него документальный фильм. Не смотрели их? Нет, еще нет, не смотрел. Ну вот он как раз в этих фильмах показывает, наверное, всю изнанку и, возможно, тяжесть жизни людей, которые там живут. Вам приходилось сталкиваться вот с трудностями жизни в Сибири, особенно вот в этих краях? Ну, конечно, я ведь там жил в 90-х годах еще. Сейчас-то там, я думаю, просто намного лучше, чем было в 90-х. Это были вообще очень тяжелые годы в России, поэтому материально очень тяжелые. Поэтому я помню, что я-то там жил, было совсем сурово. В Магадане 2 года я проработал на Камчатке. Это была прям какая-то такая суровая вещь. Вот. Но я был молодой, и мне было все равно приятно. Вот. А сейчас давно я там не был. Меня туда зовут, все время давно не был. Но думаю, что я с любопытством посмотрю Юрия Дудя. Ну, он как раз довольно критически, наверное, смотрит на происходящее там, ну, по крайней мере, через эту призму он показывает, возможно, это мое субъективное мнение, может быть, у вас будет другое, но говорит он об этом как о чем-то таком богооставленном месте. У вас не возникало вот такого ощущения, когда вы жили там? Ну, в то время, в 90-х годах так было, конечно. Ну, действительно, люди там, люди живут там в тяжелом положении, очень тяжелом. И я думаю, что и сейчас, наверное, тоже. Может быть, чуть-чуть у них... У них вначале это было в советское время. Туда приезжали на заработки, и... Я завис? Нет-нет, вы с нами, да. Приезжали на заработки, и, там платили, давали северные, еле туда приезжали, там был вахтовый метод. Приедешь, несколько лет поработаешь, заработаешь себе на машину и уедешь в советское время. А потом это все захлопнулось, люди туда приехали и обратно не смогли уехать. И... Конечно, там очень жесткие условия жизни. Безусловно, я не видел фильм Юрия, не был давно на Камчатке, но знаю, что, естественно,
в России вообще жизнь, в принципе, тяжелая экономически. То есть в Москве только люди как-то живут по-другому. В принципе, Россия же страна не с хорошей экономической ситуацией. У нас сложная экономическая ситуация в России. Чем сложнее регион, тем, наверное, сложнее ситуация. Стоит только догадываться, что, наверное, там не просто людям живется. Я благодарю вас за это интервью. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Драматург Иван Вырыпаев был гостем программы. Спасибо вам, Иван, всего доброго и до свидания.